сон до сна. Пьем. Сегодня тренировалась с вашего марафона. Ноги до сих пор трясутся. А с какого марафона? С 3D ягодиц или с антицеллюлита? Талант. Суперпозитивная всегда. Всем надо ориентироваться на нее. Спасибо огромное. Здравствуйте, просто хочу сказать, вы крутая, вы мой идеал. Спасибо огромное. Мне безумно приятно это слушать от вас. Спасибо. Вообще, я к вам часто захожу за поддержкой. Вы меня тоже мотивируете. Здравствуйте, привет. Жарко. А пульс почему-то сейчас не поднимается выше 125 пока что. 3D ягодицы в формате «Повторяй за мной». Да, я помню, это последний марафон, который мы снимали в Москве. Там есть тренировки, когда я и на улице, и на крыше. Будут очень хорошие, интересные тренировки. МФР, массаж для фасций ваших. Будет прикольно. Да и вообще вкладывайтесь в эти тренировки. И знаете, вот я сегодня в сторис говорила, что я офигеваю от себя, потому что я не думала, что я тоже за такой короткий период времени смогу, ну вот, скинуть столько жира, что ли, сколько сейчас я уже скинула. То есть все это видно на лицо. А у меня личный смс не закрытый. И что хочу сказать, что вы, девчата, которые у меня на курсах, на марафонах, даже если 21 день, вы начинаете с первого дня. Вот просто настраивайтесь и все выполняете. Вы 100% будете видеть в себе изменения. Будете видеть результаты. От этого вы будете мотивироваться. Очень сильно мотивироваться. Спасибо огромное. Можно взять кардио каждый день. Хочу похудеть на так. Нет, каждый день не нужно делать кардио. Я бы делала какие-то силовые тренировки, плюс 2 или 3 кардио в неделю. Ну и самое главное, чтобы похудеть, нужно разобраться в питании. Основные моменты в питании – это убрать весь сахар, убрать муку, убрать продукты, которые уже с очень большой тепловой обработкой, там полуфабрикаты всякие. Кушать максимально простые продукты. Из углеводов это крупы, причем крупа бывает не только овсяная, геркулесовая, есть и гречка, и киноа, и рис разный, и бурый, и красный, и коричневый, и пшено, пшеничка. Очень много вкусных круп. Поэтому разнообразьте себе рацион. Белковая пища, рыба, яйца, мясо разные, морепродукты. И, естественно, овощи. Как можно больше овощей. Вот овощи зеленые, такие не крахмалистые, вы можете не считать совершенно и в БЖУ не вносить. Кушайте сколько хотите их. Реально качаться без Оксаны и прочего. Да. Конечно, реально. Я никогда не употребляла ни Оксану, ни гормон роста. Я все на своих, так сказать, ресурсах, на питании и просто на мощных тренировках. Без мощных тренировок ничего не получится. Не получится нарастить мышцы. То есть вы должны их постоянно травмировать, постоянно тягать веса. Слышала, вы слышала? Благодарю вас, спасибо. Скажите, заметила, что как-то пропустила? На соревнования готовишься? Да, у меня соревнования будут уже 12 декабря. В Санта-Сусане. Роща ячменя, вес нельзя. Почему нельзя? Яна, скажите, вы делаете уколы красоты или делали подтяжку лица? У меня были операции на блефаропластику верхнего века. И одну бровь поднимала, так как у меня генетически разные череп и бровь. Одна была внизу, другая наверху. В общем, я эту асимметрию убрала. И было удаление комков биша или биша. Ну, чуть-чуть губы. Все. Это все, что я... Ну, грудь. Потому что в них глютен. А уколы там всякие, гиалуронку я не колола в лицо. Какой пуктоз должен быть при
жиросжигание. Что такое ПКОЦ? КОЦ. Не знаю. Ой, как похудела. Ну да, я уже нормально схуднула. Прям даже мне заметно. Но мне важно не просто же схуднуть. Мне важно остаться в мышечной форме, чтобы у меня не мышцы сгорели, а чтобы на сцене было красивое спортивное тело, чтобы люди смотрели и хотели пойти в зал, хотели заниматься здоровым питанием, здоровым образом жизни. Я не должна выйти на сцену вот такая вот больная вся. Это нехороший здоровый вид и непривлекателен. Поэтому максимально нужно чисто готовиться, чтобы не было проблем со здоровьем. Вы у меня многие спрашиваете, влияет ли подготовка на мое здоровье. Ну, косвенно, может быть, что-то влияет. Понятное дело, что и питание туда-сюда, углеводы то вверх, то вниз. Но в целом я, наоборот, себя чувствую намного комфортнее, когда я в худом теле, когда у меня жира не так много, нет отечности, нет одышки. Мне комфортно. Я люблю готовиться к соревнованиям. Это мое. Стоит ли принимать омега-3? Да, и на постоянной основе. Если у вас нет проблем с липидограммой. Какой протеин лучше пить? Протеин? Нет, сейчас протеины не пью. Я употребляю аминокислоты говяжьи, лепилавовские. Какой у вас сейчас вес? Не знаю, честно. Около 54. Яна, какого доктора вы делали блефара? У Залима Таликова. Вот. Я напоминаю, что сегодня, это вот, знаете, последний день, когда я это напоминаю, сегодня последний день крутых цен на мои домашние марафоны. На курсы для зала уже все закрыто, все набраны. А марафоны для дома пока еще открыты, крутые цены. Что порекомендуете к питанию фитоняшкам? Беременяшкам! Я порекомендую чистые продукты, естественно. Все то, что я сказала выше. Крупы, овощи, белковая пища, растительный белок, но с ним осторожно. Яна, ответьте на вопрос про пшеницу. В ней же глютен, а вы кушаете. И что, что глютен? Глютен никак не мешает мне и моему похудению. Если у вас нет никакой аллергии пищевой на глютен, тогда этот глютен вам не вреден нисколько. Сколько стоит ваш семинар, чтобы пригласить вас на зал? Вы свяжитесь со мной, либо по письму в шапке профиля написать письмо. И все, мы с вами поговорим. Ян, какое количество жиров употребляете сейчас? Около 40 граммов. Какой у вас сейчас жир? Где-то 110 белок, 40 жиры и где-то углеводы 70. Витамины, видно, пьешь, волосы растут со всех сторон, огонь. Ну, у меня всегда такой рост волос был. Витамины пью на постоянной основе и омега-3 пью. Здравствуйте, почему не ходите в Лидер Спорт? Потому что я хожу в Спорт Лайф. Я спортсмен Спорт Лайф и все. Этим все сказано. Сколько грамм углей рассчитать на похудение для тренирующихся? Здравствуйте. Никто вам не скажет, как рассчитать, потому что вы должны наблюдать за собой, смотреть за своей динамикой развития тела, похудения и от этого писать. От омеги тошнит после 2 недель применения. Почему такое может быть? Но это вам нужно либо к гастроэнтерологу сходить, проверить анализы, может быть, проверить липидограмму, может быть, вы какую-то некачественную омегу покупаете или не в то время принимаете ее. Вы сейчас трените у Анубиса? Нет. Я сейчас треню у самой себя, но мой тренер на данный момент Павел Баранов, который Nutrition Desert. Привет, красотка, привет. 26 минут у меня прошло. Друзья, вы мне должны еще помочь. Буквально 34 минуты. Вот. Насколько повторение работает, чтобы прогрессировать при наращивании мышечной массы? Здесь вы можете менять тренировочную программу, но я считаю, что для девушек минимум это должно быть 15, ну 12 повторений. А ниже уже как бы нет смысла, если только это не 8-9 подход какого-нибудь жима, платформы или приседаний, когда вы прибавляете каждый раз веса.
Вот. Как расслабить трапецию? Выполнять правильно технику. Вот эти вот отведения рук в стороны, махи руками. Здесь нужно очень контролировать технику выполнения упражнений. И либо и какое-то время не качать, не делать такие упражнения. И делать массажи, хорошо проработать. Вот, кстати, миофасциальный релиз очень поможет расслабить. И какое-то время просто не качайте дельты. Ну или следите за техникой. Расскажите про добавочки. Ой, у меня сейчас БЦАшки, аминокислоты, омега. О, что принимаете из Пурпита, еще есть смысл в поясе-корсете. В поясе-корсете, я думаю, что смысла особо нет. Только если одевать его, например, на кардио. Я ношу всегда тяжелый атлетический пояс, потому что я работаю с весами. Я качаю спину, я качаю ягодицы, приседаю в гаке, например. И тяжелый атлетический пояс, его легко затянуть, расстегнуть довольно быстро. Потому что, когда 5 секунд улыбки, 1, 2, 3, 4, 5 для вас. Потому что, допустим, я вот вчера приседала со 100 килограммами в гаке. Естественно, я затягивала пояс максимально, чтобы мой позвоночник помогал держать. И после приседа, после там 12-15 повторений, естественно, уже хочется это сердце, чтобы выпрыгнуло. Дышать нечем. Расстегиваю пояс быстрее и восстанавливаю дыхание. А корсет, что в нем сделаешь? Во-первых, он не так сильно поддерживает, он не такой плотный, чтобы создать повышенное внутрибрюшное давление, что нам нужно именно для поддержания позвоночника. И его не затянешь, игнорируешь. Каким выступлением или соревнованием готовишься и где? Я готовлюсь к 12 декабря. Это будет чемпионат мира в рамках Арнольд Классик Европа. К сожалению, Арнольда Шварценеггера не будет. Но что делать? Это будет в Испании, в Санта-Сусане. На Арнольда она готовится. Да, должен был быть Арнольд, но будет чемпионат мира в рамках Арнольд. В общем, это вот коронавирус, пандемия создала какой-то бардак. Вот. Ты просто бомба. Спасибо. Между подходами нужно снимать пояс. Я расслабляю его. Я не снимаю, просто расслабляю. Давай первое место на Арнольде. Я очень хочу. Яна, вот все расстраивает, что с Аревой, по сути, нечестные. Ну, есть такой момент, я согласна. Но, опять же таки, есть еще один момент. Если вы сделаете такую форму, с которой трудно будет рядом стоять, вас не смогут задвинуть на задворке. Готовьтесь тщательно, готовьтесь максимально, как вы можете. Вы должны выкладываться на 100%. Если вы делаете себе читмилы, если вы себя жалеете, жрете, не выполняете нужное количество там, повторений, не берете веса, сожрали что-то там еще. То есть вы готовитесь не на 100%. Так почему вы рассчитываете на первое место, если вы готовитесь на 80%? Вот вам и будет какой-нибудь там 5-е, 10-е. Все. Мне... Кто же мне это сказал? Один известный тренер мне это сказал, что нужно делать такую форму, чтобы трудно было задвинуть. Вот и все. Коэнзим, здесь как относитесь? Отлично. Для сердечной мышцы. Вот, ребята, учитесь, настоящая спортсменка. Хочу первое место и все. Слушайте ее, знает, о чем говорит, полностью поддерживаю. Это касается во всех сферах, всех сфер жизни нашей. То есть нужно всегда стремиться к самому лучшему. Я даже машину купила себе, Porsche Cayenne. Мне, конечно, приходится работать на нее и отдавать все деньги, но я кайфую от этого. Я не могу сказать, что я там обеднила, понимаете, но вот я хочу самое лучшее все в моей жизни. Жизнь как-то так быстро летит. После 30 лет, когда вот наступает, и жалко, жалко терять время. Но если вы что-то хотите, если у вас есть цель, даже в похудении, в банальном, просто надо взять и сделать это. Вот и все. Если вы хотите повысить себя где-то на работе, так работайте лучше.
образовывайтесь. Сейчас как все работают? На отпись. Вот так вот работают. Извините за такое грубое выражение, но посмотрите на всех. Всем насрать на работу. Особенно, если они работают там на дядю начальника. Ну, платят там что-то, я кое-как буду. Вот так вот все относятся ко всему и к своей жизни тем более. Жаль, тогда в Нью-Йорке не увиделись. Сколько вам лет? Мне 33. Я чуть маффином не подавилась. А, маффином от мотивации. Маффин – это хорошо, особенно на отдыхе. Какое приятное. Спасибо. Какими упражнениями убрать неровности под ягодицами? Не складки. А неровности под ягодицами у многих есть. Либо это просто скапливаются там жировые отложения, либо это все равно жировые отложения, которые вот так вот формируются неправильно. В любом случае, это должно быть правильное питание, которое будет уменьшать жировую прослойку. И нужно делать именно силовые упражнения для того, чтобы ваши ягодичные росли, они будут увеличиваться в размерах, натягивать вашу кожу, ну и рельеф будет намного ровнее. Но вы поймите, что просто так накачать это нелегко. То есть тут надо пахать. Чтобы мышца выросла, минимум надо 12, 14, то и 20 недель непрерывных, стабильных тренировок с отдыхом, с правильным питанием. Только так пойдет процесс. Вам не трудно заниматься, разговаривать? Трудновато. При болях в суставах что делаешь? Глюкозамин, хондроитин. Особенно там на сушке, когда уже мало жидкости в организме, мало вообще вот вот этой соединительной такой жидкости. Ну, я считаю, помогает. Еще креатин. Ян, добрый вечер. Влияет ли прием ПОК на построение красивого тела, как у вас? Много мнений слушаю по этому поводу. Говорят, что нет. Но, опять же таки, все индивидуально. Как убрать подкожный жир с задней и внутренней части бедра? Все теми же правильными диетами, правильным питанием. И физическими упражнениями, которые будут держать ваши мышцы в тонусе, чтобы мышцы не болтались. Почему портится лицо постоянно? Почему это оно портится? Ну, во-первых, смотрите, если у вас очень часто бывают разбросы в весе, плюс 10 килограмм, минус 10, там, плюс 5, естественно, это все влияет на кожу. Куриные лапки ешь для суставов? Не, не ем. И тут надо держать тело, в общем-то, в стабильном состоянии, да, чтобы не было таких гармошек, как, допустим, мы беременеем, у нас животы сначала там в размерах в 50 раз увеличиваются, потом уменьшаются, естественно, могут быть и растяжки, все что угодно. Вот, но пока мы молодые, и коллаген работает, и кожа подтягивается, делайте контрастные души. И чистое питание все-таки тоже влияет на качество кожи. Если есть сникерсы на 1500 калорий, у вас кожа будет все равно какая-то дряблая, сухая, не будет получать витамины. А если кушать углеводы или белковую пищу и овощи, то вы сразу заметите, как у вас цвет кожи будет розоветь, щечки и так далее. Все будет хорошо. 100% как профтанцор и в прошлом физрук, подписываюсь под каждым словом. Благодарю. Мне это очень важно. Такая поддержка. Хожу в зал 2 месяца 3 раза в неделю. Визуально пока не очень заметно. Это мало времени прошло или мало занимаюсь. Может быть, неправильные программы. Слишком простые, легкие, да, там типа поприседала чуть-чуть, с гантельками выпады сделала, 3 подхода по 6 повторений. Ничего не будет, как к мертвому припарку. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать КБЖУ? Тут надо пробовать и смотреть, исходить из того питания, который у вас сейчас, какой у вас БЖУ сейчас, от этого отталкиваться. Либо уменьшать, либо прибавлять углеводы. Можно варьировать дни больше жировые, больше углеводные. Где вы посоветуете выступать первый раз? Какой город лучше? Так вы должны выступать сначала в своем городе. И потом уже, если вы вдруг занимаете хорошие места, то уже от своего города едете на там, Россию, например. Сколько отдыхаете между подходами? Часто у меня вообще нет отдыха между подходами. Вот, например, утром я качала дельты и немножко спину, и у меня отдыха не было. Я делала
двусеты или суперсеты, жим в тренажере на дельты, потом сразу махи руками, и после этого шла качать, господи, я уж все забыла, широчайшие, и вот так по кругу ходила, и без отдыха. Как влияет прием кок на постоянное красивое тело, как у вас это вы уже спрашивали, разные мнения бытуют, но говорят, что никак не влияет плохо. Скажите, у меня не влезает, не вызывает интерес силовые трения, но масса нужна, как быть? Никак. Массу не набрать без силовых тренировок. Увы. Привет, звезда, у тебя постоянно грусть на лице, даже если не бываешь, почему. Но иногда в жизни бывает что-то такое, что происходит, чем я с вами не делюсь, и это же во мне все сидит, поэтому глаза выдают. Сколько занимает времени тренировка? Вот сегодня утром была 45 минут, а так обычно в последнее время 2 часа. Комплексы витамины какой посоветуешь? Либо Випилаб, Ультра Вумен, Ультра Мен или ну, другие производители похожие. Я на мое почтение благодарю. Спрос не что. Зачем девушкам широчайшие? Для создания красивых пропорций. Когда толстая жопа, большая, бедра, и идет такой столб спины, совершенно ровный, смотрится некрасиво. У нас даже талия выглядит намного уже, когда у нас есть широчайшие. Я же не говорю, что надо качать там огромные широчайшие, которые там как у Фиохита какого-нибудь. Нет, конечно, но мне лично мое тело очень нравится. Вот реально, я горжусь своим телом. Сравниваю сейчас фотографии, которые были раньше, когда я была молоденькая, худенькая. Да, у меня генетически изначально форма иксом. То есть плечи, талия узкая и жопа, она как бы присутствовала всегда. Но сейчас это совершенно другое качество. Ну и я же профессиональный спортсмен, я выступаю. Мне в любом случае нужно мышцы побольше нужны. Я имею в виду широкая спина. Так ее не надо делать шире, чем нужно. То есть должны быть пропорции. Слишком широкая спина по отношению, например, к бедрам, это уже будет некрасиво, это уже будет другая категория, или просто будет некрасиво смотреться. А вы знакомы с Фиохитом? Нет. С Уильямом Бонаком знакома, с Декстером Джексоном знакома, с... как его зовут? У кого-то ноги. Забыла, как его зовут. Ну ладно, не важно. Почему перестали с Анубисом заниматься? Потому что я занимаюсь в другом зале, который конкурирует друг с другом. И он меня научил в свое время тренироваться. Я благодарна ему. И я уже сама могу это все делать, тренировать. Я тренирую других. У меня очень много знаний, потому что я и весь мир уже облетела. Со многими тренерами общалась, обучалась у них. Поэтому я не стою на месте. И даже когда вы тренируетесь с каким-то тренером, вы всегда должны впитывать все знания, которые вам говорят. Не просто так слушать. Ой, ну что, сколько там подходов, ну какое-нибудь там следующее упражнение. И вы даже не выдумываетесь, почему так делает. Спрашивайте, а почему у нас это упражнение идет после этого? Спрашивайте и учитесь. Биграми, наверное, что? Не-не-не, не биграми. Анаболики принимали? Нет, не принимала. Сколько упражнений делается на тренировке? Иногда 11, иногда 9, иногда 5, иногда 4, но подходов много. Как собраться силами и делать? А вы просто не хотите. Или разденьтесь, встаньте перед зеркалом, посмотрите на себя, спросите мнение окружающих, вы красивые или нет. Хотя, знаете, не только же все для красоты, больше даже для здоровья. Классное первое интервью у Андрея на канале, все подробно. Спасибо огромное. Мы уже сняли второе интервью, и я не знаю, когда оно выйдет, наверное, в конце декабря. Сколько вам было лет, когда вы решили выступать? Это был 2016 год. Я 87-го года. В какой категории вы выступаете? Фитнес-бикини или фитнес-бикини? Яна, ты мама такая красивая. Наверное,
В маму, в папу, в бабушку. У меня бабушки очень красивые. И она, как считаете, если после тренировки болят мышцы, это неправильно? Это очень правильно, это нормально. Вы, главное, должны отдыхать, дать им время восстановиться, правильно питаться. Колени почему-то стали хрустеть, когда просто присяду и встану. Веса не беру большие на тренировки. Кальций пью, может, посоветуете, что? Но кальций – это не совсем то. Попробуйте глюкозамин, хондроитин, попробуйте креатин. И хруст – это не так страшно, но смотрите за техникой вашей. Смотрел фото тебя и мамы, точно мама. Спасибо. Сколько подходов лучше делать для того, чтобы увеличить ягодицы? Ягодицы нужно тренировать со всех сторон, как только можно. У вас есть дети? Да, у меня есть сын, ему 11 лет. Кто отец Никитоса? Вадим. А как вы талию бережете или не заморачиваетесь этим вопросом? Почему не заморачиваюсь? Естественно, заморачиваюсь. Я не делаю неправильную технику упражнений. Я не делаю упражнений на косые мышцы пресса. Скажите, Надежда... О, не знаю, нет мне Надежды, родственницы. Яна, добрый вечер. Как влияет прием КОК? Да вы же уже третий раз спрашиваете. Я же уже ответила. Бытует много разных мнений, но говорят, что никак плохо не влияет. Яна, как заставить себя худеть? Нужно захотеть. Нужно сначала захотеть. Если вам надо себя заставлять что-то делать, значит, вы еще не готовы худеть. Значит, вам нравится ваше тело. Что заставило вас заниматься железным спортом? Я была очень худая. Вот фотографии вчера в сторис выкладывала. Не знаю, может быть, они еще остались. И я не могла набрать мышечную массу. И мне не нравилось просто мое тело. Поэтому я познакомилась с тренажерным залом. Мне он понравился. Я набрала 2 килограмма мышц. Я просто влюбилась в зал, и все. Кто такой Вадим? Ну, кто-то кто? Мужчина. Яна, вы массаж делаете или какой? Иногда. Иногда очень приятный. Массаж. Принимала КОК. Никак не влияет абсолютно на наборы похудения. Вот так. Претрен пьешь? Аминоплазму пью, да, это как претрен. Скажите, пожалуйста, с какого вы города? Санкт-Петербург. Заставить себя худеть? Никак, не худейте. Все верно. Тренироваться 2 через 1 нормально, чередую не сверх. Абсолютно нормально. Супер. Почему вы не потеете? Ну, потому что у меня сегодня пульс 133. Вот. Нет, я потею, у меня там по спине течет, а лицо, ну, как-то лицо сейчас не потеет. Во мне просто немного углеводов, и я думаю, что, ну, и жидкости уже как бы не так много. Поэтому меня так вот не заливает. Привет, золотого Яшина. Что, углеводы, кроме гречневой кукурузной каши, какие еще используете? Рис, картофель, батат, киноа. Я тоже редко потею. Так, зачем ты бросила фанту? Так, да что за разговоры? Ну, ребят, я никого не бросила, мы просто мирно и обоюдно разошлись. Давным-давно уже. Вот. Что если? Он очень хороший человек. Что, так, вы богиня, вы молодец. Спасибо, хочу курс жир мышцы. Так, блин, а где ты раньше-то была? Когда цены были просто сумасшедшие. Ну смотри, я лично тебе, вот только тебе, могу дать те еще цены по Черной Пятнице. Я ж не изверг какой-то. Напиши мне в директ, и все тебе сделаем. Буду открывать образ в Москве на «Динамо жду». Еще и будешь участвовать в программе на 1 000 000 рублей. Ян, ты губы опять? Нет, я с губами ничего не делала. Как быстро набрать мышечную массу? Быстро никак. Нужно планомерно, стабильно, регулярно. Яна, у вас линзы? Нет, у меня не линзы. Это фильтр в Инстаграм, но вообще у меня глаза такого интересного цвета. Какие-то зеленые, желтые, коричневые, там какие-то серые, в крапину. Яна, просто удачи на соревнованиях, победы. Спасибо огромное. Вот это мне больше всего нужно. Как относитесь к тейпированию? Правда, помогает? Не знаю, я не пробовала. Ну, если делают, я думаю, что помогает. Да. В свои 47 ты выглядишь намного моложе. Так вы не отвечаете в директе. Отвечаю, как нет. Но у меня сообщений, конечно, много. Ну, что делать? Потихонечку отвечаю. Ян, сколько раз в неделю и по скольки минут за раз с учетом силовой тренировки? Что именно-то? Тренируюсь 4 раза в неделю, 4 кардио по часу и 4 силовых. Ян, вы скажите, пожалуйста, сколько раз вы тренируете ягодицы в неделю? 2 раза. Очень красивые глаза. Благодарю, спасибо огромное.
два раза, но в последнее время я тренируюсь опять много, мощно. У меня получается силовая 2 часа и вот кардио час. Сегодня я тренировки разделила. Но сегодня я качала только дельты и чуть-чуть спину 45 минут. Какие 47? Я не 32 или 33. Да ладно, да мне хоть 57, мне все равно. Лучше не делать на наборе много кардио. Да, совершенно верно. Лучше делать силовые тренировки и чистое такое хорошее питание. The best. Ян, скажите, будет ли прямой эфир соревнований? И, знаете, прямой эфир будет соревнований, да, будут показывать. Смотрите, следите за моими сторис, я буду снимать, я буду вам все говорить, пояснять. Еще и буду снимать обязательно про себя ролик, потом выложу на YouTube, как я ездила, как я границу прошла, как там чего, ну и так далее. Кардио после силовой, да, в принципе, нормально. Как лучше пить спортивные добавки в течение дня? Очень долго здесь сейчас рассказывать. Секс влияет на спорт результаты? Конечно, положительно. Привет, спортсмены, кому на свой? Фу! А, хочу 47 так же выглядеть. Я тоже. Вы всегда ночью занимаетесь? Да сейчас у меня не ночь, вечер. Но в последнее время, да, под вечер. Почему ресницы не наращиваешь? Да, надоело. У меня, в принципе, свои довольно длинные. Вот, просто сейчас не видно. Надоело просто. Да, то упражнение на низ ягодиц. Ой, не смогу сейчас ответить, простите. Если я полностью на чистом питании, грудка, рыба, красная, какая сухую мышечную массу, но так тоже и углеводами варьирую, и жирами. Если не растешь, значит прибавляй себе углеводов. Можно прям час сразу же после. Но если сил у вас хватит, тогда да. Но это я просто к соревнованиям готовлюсь, и поэтому я так делаю сейчас. Лучше, конечно, разделять силовую тренировку и кардио. Естественная красота. Почему вы не делаете кардио вне соревнований? Не вижу смысла. Потому что я делаю силовые тренировки и просто чисто питаюсь. И мне этого достаточно. Отлично выглядишь. Спасибо. При наборе мышечной массы хорошими весами. Какой отдых между подходами? Все индивидуально. Да не надо так высчитывать все по минутам, по секундам. Ну, не больше 2 минут. Вообще следите за пульсом. Ответь по возможности сообщения. Спасибо огромное. Берегите себя. По возможности я постараюсь ответить. Ты самая лучшая из спортсменок. Спасибо огромное. Всегда. Сейчас. Мне осталось 11 минут. 11 минут. Побудьте со мной. Сейчас модно, что сплошная бровь. Ну нафиг ты что. Нянечка, какие вкусняшки вы себе позволяете? Никаких не позволяю. Я желаю вам удачи в соревнованиях. Мне кажется, будет первой. Ой, я всегда надеюсь на первое место, всегда хочу первое место, но я всегда понимаю, кто со мной, понимаю, кто судьи, и я готова, естественно, быть и пятой, и четвертой, но я всегда целюсь на первое. Оно без говорит, что кардио мешает похудению. Кардио задерживает жидкость, но я не могу сказать, что мне сейчас это мешает, мне это не мешает. Я все равно вижу, что мое тело сушится намного быстрее вместе с кардио. Это очень классно, спасибо за такие эфиры. Сохраните эфиры, ответьте в директ. Сохраню обязательно. Алкоголь употребляешь сейчас? Нет, конечно, нет. Пожалуйста, ты такая умничка, желаю тебе победы. Спасибо огромное. Я просто вместе с вами, я считаю, если я готовлюсь, я выступаю от имени России. И это мой долг, в общем, сделать все возможное. Что возможно. И спасибо вам за поддержку. Мы вместе будем выигрывать, побеждать, выступать. И если я вдруг буду первой, это будет наша совместная победа с вами. Вот так. Ян, тебя отнести домой? Да нет, я сама доеду. У меня классная тачка. И мне нравится на ней кататься. Ваш вес приседа в жиме платформы. В приседе я приседаю не со свободными весами, а в гаке. Но вчера приседала 100 килограммов. А в жим-платформе у меня максимально было 313. Но это так, для спортивного интереса. А так, в целом, я дохожу, ну, где-то до 170 килограммов на платформе. Вы такой прекрасный человек. Ну, может быть, не всегда. Не для всех. Совет. Катлер говорит, не смотрит на сердцебиение. Все индивидуально. Я согласна, все индивидуально. С тобой кто летит, или сама. Летят девочки, которые будут выступать тоже на Арнольде, на любителях. Серега Тарануха летит. Вот мы сейчас купили уже билеты. Мы летим 9 декабря.
Все фрукты едите. Вообще никаких фруктов сейчас не ем. Как пытаться тренироваться, когда есть ночные смены? Можно и ночью питаться, если у вас просто другой график. Не так страшно, если вы даже на ночь подкушаете. Просто главное не переедать в течение суток. Яна, у тебя талия 56 сантиметров? Да, совершенно верно. 56. Спасибо за ответ. Hello, hello, everybody. Тарануха, да, Серега будет выступать. В прошлом году на чемпионате мира ему не повезло. Жестко. Там такая ситуация была. Просто увели со сцены и потом не разрешили выступать. Жестко. Делаете ли вакуум? Да, делаю по утрам. Как убрать лишнее с рук, от локтя до подмышек? Правильным питанием. А бедра? Бедра у меня... Я не мерила. Ну, наверное, я думаю, что 92. Для YouTube будете? Да, буду снимать обязательно. Сколько кардио не делаешь? 4 кардио по часу. Удачно, Арнольда, спасибо. Как часто нужно прескачать? Можно каждую тренировку, перед тренировкой, как разминка. Сейчас где будете выступать? В Санта-Сусане, 12 декабря. Не ем мясо, пью вегетарианский протеин. Возможно, без мяса сделать красивый рельеф. Красивый рельеф, да. Можно, за счет правильного питания. Люблю вас, спасибо за ответы. Спасибо огромное, я тоже вас люблю. Сколько грамм белка у вас на килограмм веса? У меня где-то 110 граммов общих за сутки. Люблю. Сколько раз в день кушаете? 3 раза. Вот сейчас приду домой, сожру стейк говяжий. Именно сожру, потому что мясо я жру. Вот извините, вот именно так. У меня аппетит зверский. Как убрать дряблость кожи? Занимаюсь, но все равно неровность есть. Качественное, чистое питание, контрастные души, массажи. Все будет помогать, когда вы будете делать все в комплексе. You are so gorgeous, I love a woman that looks beautiful without makeup. Thank you very much. Надеюсь, будет на первом месте. Ох, я тоже. Отправили запрос, так, а какой у вас рост? 163. Какой? То же самое. А, какой? А, какой? Много кардио, много еды. Это тоже вариант, кстати. Да, я бы даже сказала, лучше силовые тренировки. Силовые тренировки, они намного больше требуют энергии. И, соответственно, больше можно кушать. Машина с автосалона? Конечно. Лучший метаболизм? Ну да. Нет, 163 рост. На Олимпии не думала выступать. Я уже выступала на Олимпии. Вошла в топ-10 Олимпии в 2017 году. Какой у вас вес? Наверное, сейчас 54. Не уверена, не знаю, не взвешиваюсь. Как бы нет смысла сейчас взвешиваться, потому что я все равно лучше, чем сейчас, не буду уже ничего делать. То есть, ну посмотрю я, что вес не упал. Я все равно так питаюсь, как питаюсь. Сколько грамм едите говяжье мясо? 300 граммов. Какое поживу у тебя сейчас? О, уже говорила. Яночка, за тебя болею, наблюдаю за тобой, красота. Спасибо, Яночка. Мне не растут квадры, посоветуйте. Мощно их тренировать, отдыхать. Тренируйте где-то 1 или 2 раза в неделю максимум. Можно даже 1, но тренировка должна быть мощная. И закиньтесь углеводами после этой тренировки. You should come to America, Arizona. Maybe I will come. Какие книги посоветуешь почитать о питании? Ой, их много. Очень. Хотя, можете просто пойти ко мне на курс. Там все вкратце написано. Сколько килограмм скидывала на максимум в месяц? Сейчас скажу вам. На 6. Лучше, чем Яна, может быть, только Яна на Porsche. Yes. Или Яна с кубком. Привет. Творог не ешь? Сейчас нет, убрала. Не, давайте в Нью-Йорк. И в Нью-Йорк очень хочу. Очень. Я как-то в Нью-Йорке жила целый месяц. Готовилась к Балтимору. 4 минуты осталось. Друзья, спасибо вам огромное, что вы со мной. Привет. И пусть поднялся, наконец-то. Do you speak English? Little bit, just little bit. But every day I want to learn English. И также вот надо себя заставить учить. Что лучше, большой вес или больше походов?
лучше равномерное увеличение рабочего веса. Знакома лично с Мацкан и Скаловой? Знакома. Яна Пош Кузнецова. Яна, вы на велике? Нет, я на степпере. Яна, хлеб лучше не употреблять, если хочешь подсушиться. Лучше не употреблять. Жаль, не увиделись еще тогда. Да ничего страшного. Яна, вы мой мотивер. Спасибо вам, что мотивируете своей красотой. Благодарю вас за такие слова. Была в Нижневартовске? Нет. Яна, почему у тебя небольшой шрам у корня волос? Это рубец от операции. Я поднимала вот эту бровь, потому что она у меня анатомически с рождения немножко другой формы. То есть череп разный, левое и правое полушарие. Поэтому у меня косоправие было. На дорожке бегаете? Нет, на степ перехожу. Какой шрам? Ну вот, рубец здесь. У меня просто он такой широкий, потому что я не слушалась врача и, в общем-то, занималась немножко физическими работами дома, домашними. И у меня разошелся рубец. Мне второй раз зашивали. Do you ever think you'll get married? Do you think ever? Maybe I understand not correct, but maybe in future I will marry. Яночка, вы мне составляли план питания уже на 3 недели, похудела почти на 4 килограмма. Вот это круто, блин. Танечка Буржан, я тебя помню. Здорово. Так ты давай возвращайся, не уходи. Мы тебе новую напишем. Спасибо вам за эфир и удачи на подготовке стримов. Спасибо. Лучше цельный хлеб с медом или овсянка утром? Нет, хлеб с медом это вообще жесть, не нужно. Лучше утром гречка, овсяная, геркулесовая крупа, которая варится долго. На следующий день какое-нибудь кино, а на следующий пшеничку. И так вот меняйте крупы. На степпере час хожу, да. А лучше кардио подсушиться или функционал? Спасибо, Яна. Подсушиться лучше за счет питания. Вы даже можете не делать физических упражнений, а просто начать правильно питаться, просто разобрать холодильник, перестать есть конфеты, шоколадки, сахар, и уже будете начинать худеть. А силовые тренировки и любые тренировки, они только лишь помогут вам раскручивать метаболизм. В то время, когда вы тренируетесь, вы раскручиваете метаболизм. Перестаете тренироваться, все, он у вас возвращается в ваше исходное состояние. И за счет силовых вы себе строите фигуру, именно строите тело. Где надо, прибавляете, где не надо, не прибавляете. То есть, если вам не нужны крупные ноги, если они у вас и так жирные, например, куда же вам квадрицепсы качать? Но вы, допустим, плоскозадая, тогда вам надо жопку подкачивать. В то время, когда будет жир уходить во время диеты. Все, сейчас прошу. Отлично. Мышцы будут расти в нужных местах. Отсюда я и создала курс «Жир в мышце». То есть это моя теория, она доказана, что можно набирать мышечную массу и при этом худеть. Можно. Организм использует ваши ресурсы, наеденные. Конечно, это не превращается в жир мышцы, но это как бы образно. Все. Ну все, друзья, спасибо огромное, что вы были со мной. Эфир сохраню. Ну и все, я помчала домой, хочу кушать. Нужно еще поработать. Все, люблю вас. Спасибо. Еда никуда от вас не уйдет. А вот здоровье может уйти. Так что следите за питанием, тренируйтесь. Любите друг друга, занимайтесь.